Согласно постановлению Роспотребнадзора, лицам, оказавшимся в контакте с заболевшими COVID-19, больше не нужно соблюдать изоляцию, а в школах и детских садах Подмосковья отменяется карантин. Ранее класс переводился на дистанционное обучение на одну неделю, если среди детей был выявлен случай заболевания коронавирусом. Теперь школьников не будут переводить на удаленку. Если один человек заболел, изолировать нужно будет только его. Это относится и к детским садам, пояснила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Коклюгина.